Приветствую, друзья! Давно мы с вами не говорили про книги. Сегодня видео будет именно об этом. Если интересно, обязательно оставайтесь. Приятного просмотра! Не забывайте подписаться на мой канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие ролики. Ну и заглядывайте в социальные сети, все ссылки будут в описании, там меня больше и там тоже очень интересно. Сегодня поговорим с вами про мои новые книги. Не могу вам не обещать, что скоро выйдет ролик о том, что я уже прочитала. Мне надо немножко пересмотреть то, что я вам показывала уже, что не показывала. Много книг я перечитываю, возвращаюсь к ним снова и снова. Но тем не менее, о чем рассказать мне точно есть. Сегодня же мы посмотрим, что я покупала себе за последний год. Вообще книг намного больше, но хочется мне показать вам именно то, что сейчас лежит передо мной. Первая книга, это один из бестселлеров, вообще, мне кажется, во всем мире. Джон Грей, «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Это курс исполнения желаний, даже если вы не верите в магию и волшебство. Это нашумевшая книга, я ее взяла, потому что она очень привлекает своим названием, а также много в каких фильмах фигурирует, про нее часто говорят, что это прям базовая книга, которую должна прочитать девушка. Я решила, почему бы и нет, мужчины, они же немножко другие, изучу эту тему, потом с вами обязательно поделюсь своим мнением, пока не открывала даже. Следующая книга – это Джозеф Мерфи «Сила вашего подсознания». Очень сейчас актуальна тема изучения себя, изменения себя, работа с сознанием, с подсознанием. И я не исключение, меня очень затягивает в последнее время вот эта вот нон-фикшн история, поэтому я решила такую книжку себе взять, ее лозунг «Как получить все, о чем вы просите», вот и посмотрим, как это работает. Книги, в принципе, должны быть несложные в прочтении, потому что я пару отзывов от своих знакомых уже слышала, очень рекомендуют почитать данный экземпляр, так что... Надеюсь, скоро приступлю. Следующая книга из раздела нонфикшн – это «Счастливый карман полный денег» от автора Дэвида Кэмерона Диканди «Формирование сознания изобилия». Тоже, кстати, в последнее время такая актуальненькая тема, на которую очень любят рассуждать многие блогеры в Инстаграм. Поэтому я, когда увидела у своей знакомой эту книгу, решила, что тоже хочу ее прочесть. И вот она у меня. Будем знакомиться с финансовыми книгами. Следующая книга тоже будет про финансы. Называется она «Деньги, успех и вы» от Джона Кеха. Вообще хочу себе еще приобрести «Подсознание может все» тоже от этого автора. Очень нашумевшая книга, ее рекомендуют практически все, кто занимается внутренней перезагрузкой, но появилась пока у меня первая про деньги, так что я ее прочитаю, потом в Инстаграм, кстати, у меня есть отдельный хэштег, который называется «Кристина читает», по нему вы можете посмотреть мои отзывы на различные книги, там уже собралось штук 5-6 отзывов, если вам будет интересно почитать, обязательно заглядывайте, и, конечно же, там я вам буду рассказывать про эти прочитанные мной книги. Ну и без видео я вас оставить тоже не смогу, поэтому в дальнейшем будет отзыв на половину из того, что я уже прочитала. И то, что еще мне предстоит прочитать, тоже будет потом в дальнейшем. В прошлом видео о покупках книг, ссылку на него я оставлю в описании, я вам рассказывала про серию книг вот этого, вот в таких крафтовых обложках. Это «Бомбара». И у меня не было в наличии, но хочу вам показать, как она выглядит. Эта книга называется «Viva la Vagina. Хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть». Авторы Нина Брокмани и Эллен Текендаль. Это популярные блогеры, будущие врачи-гинекологи. Отзыв на эту книжку тоже получила от своей знакомой очень хороший, поэтому не заставить себя долго ждать, буду читать, тем более эта тема, как и тема работы над собой и подсознания, сейчас достаточно популярна. Об этом будет следующая книга, которую я уже частенько беру в руки и перечитываю некоторые главы, но не всю еще прочитала. Это книга от известнейшего доктора Ольги Белоконь «Я женщина. Все о женском здоровье, контрацепции, гормонах и многом другом». Я вам уже про этого доктора рассказывала. Обязательно оставлю ссылку на ее инстаграм-блог, который несет в себе огромную массу полезной информации. И книга это просто кладезь. Здесь есть ответы на все волнующие вас вопросы, которые только могут быть после любого приема врача. Вы можете обратиться к этому учебнику, так называемым, и проверить компетенции
и подход врача. Это врач-гинеколог, которая учится абсолютно всю жизнь, она занимается доказательной медициной, а это сейчас на пике не только популярности, но и здравого смысла. Так что я очень рекомендую вам, порадуйте себя и закажите себе или своей сестре, подруге, жене такую книжку. Она точно окажется для нее полезной. Ну и обязательно подпишитесь на блог, потому что там уйма полезной бесплатной информации. Последнее, что я вам покажу, это мое новое хобби – мягкие игрушки крючком. У одного из блогеров, на которого я подписана, в Инстаграм мелькнула эта книга, и она показала то, что она с нуля научилась вязать крючком такие чудесные игрушки. Конечно, мне тоже захотелось, очень долго я у нас искала нужную мне пряжу. Сейчас я активно тренируюсь, и у меня, честно говоря, получается. Я была несколько удивлена, но за неимением чуть больше свободного времени, чем мне хотелось бы, я пока не тороплюсь и не спешу. Я получаю удовольствие и учусь, обучаюсь по этой книге вязать крючком. Неужели я сделала, как и хотела, и не рассказывала про книги ничего, кроме как... На сегодня это все. Спасибо вам, что вы были со мной. Поделитесь в комментариях, что из этих книг вы читали и что бы вы порекомендовали почитать мне. Я с удовольствием возьму на заметку. С вами была Кристина. Хорошего вам настроения. Чаще улыбайтесь, больше читайте, развивайтесь, познавайте себя. Не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик. Ну и, конечно же, оценить пальцем вверх или пальцем вниз, смотря как видео вам понравилось, не понравилось. И всем до скорых встреч. Пока-пока.